В Николаеве сегодня есть какие-то вакансии в горсовете, да, в горсовете на должностях. Знакомая пошла, волонтер, записалась на вакансию. Три человека уже есть. Кто эти три Ого. человека? Те, которые уже там были. Пообщавшись с одним из депутатов горсовета от самопомощи, она услышала такую мысль: шансов у тебя немного. Почему? Потому что тот специалист, который здесь работал, на комиссии аттестационной, или какая там комиссия будет, Конкурс не знаю, да, открытый. У нас теперь конкурсная тренд комиссия. новый. У нас Да, везде человек, который конкурсы работал, он открыты. будет четко отвечать на вопросы, которые будет ставить комиссия. Ты, как новый человек, ничего там не расскажешь нового. Вряд ли ты пройдешь. Вот какие могут быть реформы в городе, если мы оставляем весь старый костяк, который привык жить так, как живет? Депутаты что-то могут и придумать, но чиновники, которые сидят в кабинете, от которых многое зависит, остались старые. Вопрос, как новым Не людям мое слово. пройти на эти должности, раз, каким образом их привлечь, не 1,5-2 тысячи зарплата, Вот а самое. да, вот это очень важно, потому что вы можете принимать в горсовете много всяких решений и электронные документообороты и Очереди, все да. остальное, но от людей многое будет зависеть, в ближайшее время уж тем более. Поэтому этот вопрос, у вас как есть опыт, возможно, вы внесете какие-то предложения в горсовет.